Дорогие наши зрители, в эфире выпуск программы. День, люди, события. 13 августа. 13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены, которая должна была сократить количество перебежчиков из ГДР (Германской Демократической Республики) в Западный Берлин, так как их число росло из года в год. До начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек. Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ, Федеративной Республике Германия, проходили массовые демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до 5 метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов Холодной войны. Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, Одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев. Данные из разных источников значительно отличаются, и назвать точную цифру не представляется возможным. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.